В Беларуси ЦТЭС стартовала 25 июня, в то время как ранее проводить первое тестирование по белорусскому планировали 13 числа. Что касается Витебской области, то здесь организовано 4 пункта проведения тестирования, один из которых расположился в Полоцком государственном университете. Всего в текущем году в ПГУ зарегистрировано 7534 человека теста, что почти на 1000 меньше, чем в минувшем году. Мы можем ориентировочно сказать, где-то на 300-350 человек меньше зарегистрировано. Ну, в принципе, ситуация понятна, выпускников меньше в этом году, поэтому, в принципе, просчитываемая. Ну и плюс многие, может быть, решили пойти не в высшее учебное заведение, а поступать куда-либо в колледжи, в техникумы и так далее. Что касается белорусского языка, то в этом году зарегистрировано тоже меньше, 774 человека. В том году была эта цифра на уровне где-то около 900 человек. Невзирая на сложившуюся эпид-ситуацию, порядок проведения централизованного тестирования существенных изменений не претерпел. Введен лишь ряд дополнительных требований для обеспечения безопасного пребывания абитуриентов в помещении. К слову сказать, надлежащее обеспечение мер безопасности в каждом из пунктов проведения ЦТЭ контролируется сотрудниками Комитета госконтроля, а также представителями местных исполнительных и распорядительных органов. Эта работа велась еще с марта месяца, когда поступили рекомендации как Министерства образования, так и Министерства здравоохранения. Рассадка, значит, в аудиториях даже в больших не более 50 человек, ну и, соответственно, пропорционально. Далее 30, 40, 10, то есть в зависимости от размера аудитории. А между абитуриентами, соответственно, также расстояние, то есть сидят достаточно теперь далеко друг от друга. В каждой аудитории, как на входе в корпус, так и на входе в аудиторию, антисептики. Ну и нами рекомендовано было, конечно, иметь с собой маску. Стоит отметить и тот факт, что для каждого абитуриента централизованное тестирование – событие значимое, и, как признается каждый, к ЦТЭ пришлось готовиться задолго до даты его проведения. Сегодня начинается ЦТЭ, его перенесли, было больше времени для подготовки. Ну, для кого-то это хорошо, для кого-то не очень. Для меня, ну, я не знаю, я бы подготовила, я была подготовлена, я бы написала в любой день. Конечно же, как у всех тут. Волнение присутствует. Готовился в основном с учителями, на платных курсах, какие-то кружки, все. Планировал поступать в Академию МЧС при Минске. Мне нужно для поступления сдать физику, математику, белорусский язык. Централизованное тестирование пройдет по 11 учебным предметам. Для абитуриентов, которые по уважительным причинам не смогут пройти ЦТЭ в назначенный срок, определены дополнительные дни – 19, 21 и 23 июля. Впервые в резервные дни тестирование пройдет не только в столице, но и в других регионах республики. Отмечу, что следующим предметом тестирования станет русский язык. Сдача запланирована на 26 и 27 июня. Ольга Войтова, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда».